Дамы и господа, обладатель приза за верность хоккею в этом сезоне получил 41-летний защитник Василий Турковский. Василий, ну, заслуженно, как считаете, вас отметили? Ну, вы знаете, имея об этом судить. Как решили, так решили. Сезон вы начинали в первенстве, заканчивали в чемпионате. Наверное, даже и не думали, что так все будет по ходу года. Вы знаете, есть такая поговорка, аппетит приходит во времени. Я думаю, пришел. По ходу сезона пришел, да? Дальше что, ждем очередной ваш сезон? Ну, вы знаете, на сезон есть еще время подумать. Я думаю, начало сезона я точно его приму. Многие моменты зависят. Поэтому не буду сейчас никого расстраивать, никого надежды. А скажу, что на первенстве это все решилось. Тяжело ли вообще вот играть в команде, в которой есть люди, которые вам в сыновья годятся? И... Ну, вы знаете, да, немножко испытываешь определенную, ну, как бы, даже не рвоту, когда тебя называют дядей. Дядей зовут, да? Да, мы называли дядей Вася. И, ну, с одной стороны, приятно, с другой. А вы не пытались одернуть Вася и все там? Нет, как бы, это хоккейный мир, и мы, как бы, друг к другу относимся очень просто. Может быть, уже по отчеству надо было называть? Вы знаете, я думаю, по отчеству буду называть, когда я буду тренером. Угу. То есть о тренерской карьере задумываетесь? Ну, если у меня есть интерес к хоккею, как бы еще не остыл, почему и нет? Ну что ж, ждем тогда вашего решения к новому сезону. Удачи! Спасибо.